Стальной хват России. Привет, большой подписчики на канале YouTube. Привет, большой. 22 июля 24 года. Сегодня попробовал несколько сотку красную со стаканами Саши Сабалкина и 110 Сергей Володин. Ну вот, думаю, почему бы все-таки не попробовать на 3 закрыть. Обновить, так скажем, рекорд. Ну, я специально показал вам, что делает пауза. Пауза моментально восстанавливает пружину. Ну, то есть, когда ты ее закрываешь, ты сразу разогреваешь. Даже первым закрытием ты ее разогреваешь, и она слабеет. Пауза – моментальное восстановление. А ты сил теряешь. Соответственно, ты уже не можешь на нее напасть, как первое закрытие. Ну, рекорд получился. Вроде более-менее 110-й Сергей Володин. Сергею спасибо за предоставленный твистер. Ну, получается, что-то получается. Сегодня я вот с таким, с минимальным, это называется уступ. Хотя вот здесь можно сказать, что, ну, ладонь большая, и у меня как будто бы палец разрезается. Ну, вы видите, я практически закрываю. То есть я ребятам показал, они говорят, до этого не Иванович, кисти полностью. Нет. Ребят, кисти полностью, вот надо немножко вот сюда. Вот, видите, вот это движение. Надо мизинец к этому бортику прикоснуться. Прикоснуться. А там уже ширина, конечно, если у тебя будет еще шире, ну, что же сделаешь. Главное, чтобы мизинец прикоснулся к бортику. Вот это называется кисти полностью. Так пока не идет. Всем здоровья. Занимайтесь умом. У вас все получится. Встречаемся в обители. Пока.